Ты уверен, что им надо это говорить? Да, я уверен. Тук -тук. О, мама с папой пришли. Идем, идем, идем. О, мама с папой пришли. Открываем дверь. Привет, доча. Привет, дочь. Так, а -а -а, привет, мам, пап. Как у вас дела, как работа? Позови, позови нашу дочку. Хорошо. Карина. Опять эта сестра зовет. Наверное, мама с папой пришли. Бежим, бежим. Да елки-палки. Бежим. Быстрее, 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 э, быстрее, быстрее, быстрее. Привет, мамочка, папочка, как у вас дела? Так, сестра, я тебя уже не зря позвала. Так, девочки, вам надо э, кое-что сделать. Вы, Мы сейчас э, будем хотим кушать. Доченька, приготовь нам поесть. Ой, я тебе случайно бантик сняла. Вот тебе опять бантик. Мамочка, я хочу сесть одна. Так, ты нам быстрее есть приготовь. Хорошо, мам, пап. Я вам приготовлю вкусных раков. Так, вот ты. Включи нашей дочке телевизор. Х хорошо, пап. Вот, я уже включаю. Наконец-то мультики мне включила. Так достаем вот это. Так, а мы сейчас могу. Мы, мы пойдем в комнату. Да, быстрее только. По Пока неудачница. Как же она меня бесит. Нафиг она еще родилась. Так, налью-ка я в кастрюлю. Так, буду сейчас варить. Блин, рапа, ты что же делать мне? Меня же мама убьет. Блин. Надо сковородку, что ли, взять. Блин, ну ладно, так тоже сойдет. Ей подложу. Так, это вот так, это мы заложим. Рак что-то не хватает. Сейчас я уже. Блин. Так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. состаем еще раков. Раз, два. Так, вот это мы уже сварили. О, как вкусненько будет. Блин, так да кушать хочу. Мам, э, пойдемте посмотрим. Она приготовила? Да, пойдемте. Мам, ну пойдем. Это неудачно, ты ничего не приготовила. Ты жрать приготовила. Да, да, уже, вот, греется. Так, быстрее давай, хватит им. Так, вот, пап, вот вам все. Вот, 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 вот. А, так, даже тарелку не могла подать. Давай сюда. Так, ладно, во. Так, вообще замечательно. Вот так. Так, давайте, мам, Вилли тоже. Хорошо, доченька? Так, блин, мам, прости а, ладно, мы сами себе подадим. И покушаем сами. Так, тарелочку. Вот так. Вот так все садимся. Доченька, садись тоже. Ой, а я забыла ей тоже приготовить. Что? Ты забыла мне покушать приготовить? Ты офигела? Ну, пап, я, я забыла, правда. Вот тебе хоть бы от попей. Ой, ма, папа, надо ее наказать. Ну, ничего, ты у меня еще за это заплатишь, за то, что ты не покормила нашу любимую дочку, поняла? Да, пап, пап я, я, я правда забыла. Ладно, пофиг, я лимонад попью. Все равно кушать не хочу, но все равно мы тебя накажем. Как вкусно. овоща так, так, все, сейчас я поем и ты можешь посуду, поняла? Да, пап, хорошо, ложи ко мне. Так, сейчас я его попью. На, все, мой. А мы сейчас гулять пойдем? Да, да. Ну, как все вкусненько. Так, все, доченька, мой. Сейчас я попью только. Вообще вкусно. Все, на тарелочку мой. Все, а мы гулять пошли. Не скучать только. Только попробуй нам посуду не помыть. Все, давай мы на улицу. Так. О, какой-то свежий воздух. Закрой дверь. Ага. Так, давай на матрас сядем. Да, давай. Доченька, иди играй. Хорошо, мам. Я конфетку еще как раз возьму. Так, сейчас я свою любимую игрушечку возьму. Конфетки. Вообще вкуснотища. Она вкусненькая. М -м -м. Это просто идеальный шик-шик-шик, просто так. Пойду-ка я к ней хочу кушать. Открывайся дверь. Так идем. Так, закрываем все. Идем поскорей. Ну что ты поесть? Меня приготовила. Ой, ладно. пойду к себе в комнату Тупица Ты ну, как ты меня обзвала? Ты меня уже бесишь. Как хочу, так обзываю. Так. Короче, ты меня уже бесишь. Я сейчас буду делать уроки. Так что вот так. И ты мне не помешаешь, поняла? Я тебе готовить ничего не буду. Так, ладно. Ну и ладно, я еще маме расскажу, она тебя убьет с папой. Ну рассказывай, моя ты дыха... хорошая. Ребят, на этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Продолжение, кстати, следует.